Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Alien Isolation. У нас напряженный момент. Нам нужно связаться с Торренсом. Свет, будь добр, включись, пожалуйста. Тут... Ладно. Уговорила игра. Стоп, а чё я хожу тихо? В приседь. Кто-то есть. Потому я и хожу в приседь. Страхуюсь, друзья, страхуюсь. Вдруг Рашид откуда-нибудь вылезет. Или полоумные андроиды в очередной раз. Мне, конечно, им придется рассказать о технике безопасности на Севастополе, но... Я не особо горю желанием это делать. Comms Control. Эйбли, ты цел? О боже. Марло все еще авторизован на этом компьютере. Испугался. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Найти обсерваторию Севастополя. Это вот здесь? Прекрасно, да, несколько нажать, и там какая-то обсерватория открыта. Чё я, собственно говоря, хожу-то без огнемета? Рашид в любой момент может вылезти, и чё это будет? Секьюрити. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 40%. Нифига себе. Так мы ж падаем тогда, получается, если стабилизаторы плохо функционируют. Закрыто, ясно. Это лифт? Это лифт. Ну ладно. Я так, на всякий случай. Стою, жду. Рашид, я думаю, из лифта не вылезет, ведь правда? Не должен. Центр связи. Это Сиксон, что ли? Центр связи? Или просто центр связи? Хотел бы я знать, друзья. Хотел бы я знать. А я думаю, что сейчас не картинка, не без заставки. Это же не этот, не транзитная станция. Красиво мы, конечно, выходим, вопросов нет. Еще мне хотят сказать, что здесь никого не будет. Я вот так вот возьму, спокойно сейчас соединюсь, да? Естественно. Я в это верю. Ну, почти верю. Аккумуляторы мне не нужны. Патроны для револьвера. Чё, почему я больше не могу взять? Так. Что от меня хотят? Товарищи, которые мужчины, очень напряженные. Так, тут никого. Хлам. Так, я могу аптечку скрафтить? Не могу. Так, возьми пистолет. Ну, револьвер нет, это совершенно непригодно, потому что это будет шуметь. С другой стороны, давайте попробуем его через этот люк. Я его видел. Так. Давайте посмотрим, что от меня хотят. Угу. Ну, я надеюсь, какую-то часть пути мы так пройдем, и это будет безопасно. Ну вот, например, здесь. Да. Подождите. Я его не вижу, если честно. Где он? Ну вот обсерватория. Observatory chamber. Но chamber — это камера.
обсиральная камера, да. Примерно так это и выглядит. Ну чё, и он резак, конечно. Конечно, это и он резак. Чё уж там говорить-то. Прекрасно. Давай, reply. Вообще все на изи ломаем просто. Так. Интересно. Товарищ. Но у тебя, по-моему, пулевые ранения, да? Чуть не похоже, чтобы тебя от души протыкали. Вот серьезно. А, тут еще наверх залезть надо. Хорошо. Уговорила игра. Уговорила, не возмущайся. Найти Торренс в системе слежения. Тут есть система слежения. Нифига себе. Включить наблюдение. Ну я нажимаю, чё? Так, я чё-то не понял, как это работает. А, всё, ясно. Интересная комбинация. Теперь здесь нечто подобное. Хорошо. Сканирование. Подождите. Угу. Выравнивание пристыковки. Окей. А я... Я что-то не понял. Что сейчас происходит? Все? Вывод координат 35А. Вот это мощно, дамы. Вы только посмотрите на это, друзья. Вы только посмотрите. Пару кликов на геймпаде, и мы обсерваторию двигаем. Ё-моё! Вот это офигеть. Так, здесь тоже надо что-то теперь сделать. Начать сканирование космоса? Угу. Ладно. Готово. Слава богу. Рикардо, я их нашла. Ух. Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс. Я хорошо. Reply. Ну я тебя, конечно, люблю. Но идти же, пассатижи. Я надеюсь, мне через этих мужиков потных не надо будет опять проходить. Ну как-то это все не очень хорошо. Ну-ка. Ну отлично, молодец. Вот это я понимаю разговор. Чтоб через мужиков этих потных не ходить. Сейчас будет космос. Но я надеюсь без чужих. Без Рашида. Что это такое? Почему это трясется? Так задумано? Наверное, да. Лифт крайне стабильно нестабильный. Хорошо, лифт, хорошо. Уговорил. Так, ну что? Давайте оденем скафандр и потом сохранимся, да? Я думаю, так можно будет.
Ну-ка. Да, можно, отлично. Что дальше? А, вот он. External array. Выходим. Мы выходим в космос. Это продувка какая-то, да? Офигеть. Вы только на это походи. Посмотрите на это. Только. Ну такое, конечно, в реале невозможно построить, я думаю. Это что, космический мусор? Мое почтение. Наипочтеннейшее мое почтение просто. Офигеть. Вы это видите, да, друзья? Офигеть. Да. Там мусор, да, космический. Ну да. В космосе никто не услышит твой крик. Это правда. Сколько раз я выходил в открытый космос и кричал: Петя, Петя, Федя, Федя, принеси кофе. Никто не слышал. А здесь ничего не работает. Видимо, сперва координаты надо ввести, да? Да. Поднимаемся или опускаемся, что мы делаем? Что здесь происходит с этим лифтом? Почему так дрожит? Какие-то глюки, наверное, у игры. Все, дрожание прекратилось. Вводи координаты в компьютер. Подожди. Как тебя там? Сюда? Ввести координаты Торренса. Сервозамок закрыт. Положение антенны зафиксировано. Черт! Чё такое? После передатчиков есть панель управления. Убрать замок с параболической антенны. Это оно? Возле передатчиков есть панель управления. Возле передатчиков. Это туда, да? Ну, видимо, да. Я надеюсь. Как же тут жутко. Рашид по сравнению с этим, вот это вообще так. Мелкая никчемность. Без пафоса говорю, друзья. Просто никчемность. Так, это что? Перезагрузить управление зажимом. Все? Что это? А, надо подать энергию. Ну, сейчас он в себя придет. Ёлки-палки. Все? Вон оно что. Тут везде свет должен загореться. Сейчас-то все, да. Теперь здесь. Хорошо. Все?
Разблокировать аварийный замок. Сколько всего, а? Вот, поворачивается. Антенна. Антенна поворачивается, да? Офигеть. Офигеть. Ладно. Все везде зелененькое, ну пойдемте. Ох, reply, reply. Куда мы с тобой вышли? Это же офигеть. Просто офигеть. И вот сейчас мы сможем ввести координаты. Это вот здесь, видимо, вот тут и вот тут вводится. Какая дура. Что там? А какие там координаты? Я хрен его знает. 35А. Подождите, а здесь... Тридцать пять А. Ну давайте так сделаем, хорошо. Пятьдесят пять, пятьдесят. 35. Ввели? Нет. 75 что? Б. Давайте, наверное, вот отсюда. О, 350, нет, это много. Давай, давай, давай. Вот это да, все медленно, 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 да. 75. Ну как? А это что? Режим самоуничтожения, как хищники. Эта тарелочка поворачивается к Торренсу, да? Да. Офигеть. Сейчас луч, сигнал, что там будет? Рипли, я на станции. Вы слышите меня, Верлен? Рипли, Рипли, что там у вас происходит? Все очень плохо. Тут инопланетный организм, он смертельно опасен. Нужна срочная эвакуация. Что-что? Нет времени объяснять. Я прошу вас. Нам некуда причалить, Рипли. Станция уходит с гравитационного якоря. Я видела буксирную платформу под космопортом. Но трос на Торренсе на такой не рассчитан. Верните зажимы буксирной платформы в сторону станции. Сейчас, подходите. Пристыковать Торренс. И что делать надо? Уходить надо, да? Добраться до жилой зоны, вернуться к Рикардо. Ну ладно, пойдемте. Я думал, мы отсюда пристыкуем Торренс. Руками накинем. Это что происходит? Бага у игры есть, немного, но есть. Но в целом неплохо. Сейчас разберемся. Как это можно построить, да, друзья? Ну это вообще что-то. Я не знаю, сколько здесь миллионов человек должны работать, чтобы вот это построить. Мне кажется, это мало реально. Вы, конечно, со мной можете не согласиться в комментариях, что люди такое могут построить. Но нет, это просто что-то нереальное. Корабль там, который по воде плавает, да, но такую станцию... Усомнюсь. Очень сильно. Итак, вернуться к жилой зоне. Значит, сейчас выходим, и нам надо будет направо, да?
Ну-ка. Офигеть. Офижеть. Видели? Смотрите. Видели? Рашид в космосе, смотрите. Опа. Вот это да. Прекрасно. Мы не одни. Замечательно. Такую работу выполнили, что просто офигеть. Рашид наш постоянный компаньон. А сейчас сохранимся уже как есть, конечно. Люто, конечно, в этом космосе. Ну вот серьезно, просто люто. Все, сваливаем отсюда. Здесь больше делать нечего. Рикардо, готовься. Мы уходим. Давно я мечтал это услышать. Все. Рикардо, Рикардо, прием. Как давно я мечтал. Рикардо, прием. Рикардо, все. Было бы удивительно, если бы он выжил. Synthetics are built, not created. Six and tomorrow. Завтра, короче, очередное светлое будущее. Что происходит? А, ну понятно, что. Чрезвычайное происшествие. Нифига себе. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации. Ждите указаний. Ну, сейчас начнется. Вон он, Рашид. Стоит компаньон наш. Собутыльничек, я бы сказал, практически. По потреблению космического воздуха. Где он? Ты не хочешь свинтить, а? Товарищ. Он нас через стекло может же увидеть, да? По-моему, увидел. Потому и завизжал. Нет. Исчезни. Ты посмотри на него. У меня есть огнемет, да, но я не хочу его сейчас тратить. Там люди? Тут больше нет людей, да. Угу. То я удивился. Тихо. Знаете, как картинка. Он так и будет здесь тусить, я не пойму. Иди, а! Иди. Смотри, не хочет. Не, ну столько мы не можем же ждать. Нам идти надо. Нас жилая зона ждет. Значит, я хотел сказать, что он здесь будет все время тусить. Так не может быть. Он что, офонарел, что ли? Нет, не заметил. Рашид, свали, а! Хм. Нет, он здесь ходит. Я так понимаю, что это наш постоянный партнер.
Вот, но в этом месте. Он так наш постоянный партнер, а в этом месте прям постоянный в квадрате. Ну-ка. Где он? Давайте вот так пройдем. Пошел ты, я тебя не вижу, короче. Рипли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это было опасно. Это было опасно. Так, и что мне делать? Добраться до жилой зоны. А, вот оно, все ясно. Короче, мне нужно влево. А там был лифт, по-моему. Вот если мы сейчас не туда вылезли, это будет вообще шапито. Нет, нормально. Ну-ка. Чтоб понимать бы, где этот гаденыш. Вот здесь он. Ну-ка. Туда, по-моему, ушел, нет? Впереди он. Надо, чтобы он налево пошел. Все, ушел. Так. Теперь сюда же, да? Да. Хорошо. Аккуратно, 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 да. Че, сохранимся? Да, давайте сохранимся. И валим отсюда. Обломайся, родной. Просто обломайся. Он хотел побежать, но мы соскочили. Мы молодцы. Что такое? Идем. Он сейчас припрется. Я не думаю, что он так просто оставит нас в покое. Оу. Оу. Он где-то слева. Но это не он. Это он так ходит? Не, ну я знал, что он слон. Рикардо? Все. Господи. Рикардо. О, нет. Рикардо аут. Ну, я даже не сомневался в этом. Обломался, да? Вот и обломайся. Пожрать он меня решил. Так. Музыка не кали, пожалуйста. Игра не накаляй. Сохраняемся. Нет, не сохраняемся. Он там, вон он. Пошел ты! Вот так. Сохраняемся. Засранец. Мы будем выживать. У нас цель такая. И всего лишь навсего 56 единиц огня. Это плохо. Это очень плохо. Он телепортировался, что ли, сюда? Здравствуй, родной! Так.
А мне сейчас прятаться будет уже, вернее, отбиваться будет нечем. Все равно скотина взяла. Сзади. Урод, а? Ладно. Хорошо. Теперь он будет долбить нас. Потому что он зол. Пристыковать Торренс, ладно. Сейчас будем что-нибудь куда-нибудь пристыковывать. Телепортируются, не иначе. Но 56 единиц огня это... это ни о чем. Да, вот слева тут ходит. Да ты посмотри, а. Говно. Собачье. У нас есть огнемет, которого немного. У нас есть огнемет, которого немного. Он уже справа, да? Где-то. Он сзади меня. Конечно. Как бы от него заныкаться, а? Там, по-моему, что-то было на столе. Тут ничего нету. Я бы не отказался от топлива для огнемета. Да ты посмотри, а. Вали отсюда. Вот мразь, а. Ушел. Ушел. Да вы подкалываете. Так. Он сзади. Офигеть. Офиги... где он? Вон он. Я хвост видел. Уходим отсюда нафиг. Типа заметил, да? Нет! Все, я просрал огнемет. Да ёлки-палки, это я теперь сколько раз оттуда идти буду? Нет, нормально, мы чё, живы? Ой-о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 й. Так. Давай. Сюда. Всё, да, теперь кранты, ну конечно. Заново все это проходить. Ладно. Прям жестко он прессует. Не дает. Пятьдесят шесть единиц всего. Но мы сейчас резко сюда спускаться не будем.
Он здесь тусит же, да? Чё, нету? Блин, он сзади. Да, жестко гаденыш прессует. Пойдемте. Давай, реплай. Нам надо. Надо, понимаешь, есть такое слово «надо». И что здесь? Да ты посмотри, а. Увидел он меня? Да. Привет! Вот так. Теперь пошел отсюда. Так, что делать надо? Что делать надо? Теперь он справа. Сзади. Иди сюда. Иди сюда. Идешь? А как тебе такое? Да ладно. Да вы подкалываете, я же нажал. Вот говнюк, а. Хорошо. Как он не дает, а? Прям вот реально дышать не дает. Хорошо, так и идем. Он сзади, да? Ладно. Да ты посмотри. Он меня втащил? Конечно, втащил. Ну все, огнемета нету, чё. Крантецкий крантец. Ой, ё-моё. Вот здесь, короче, надо что-то нажать. Сюда. А дальше что? Да ёлки-палки, ну ты достал уже, вот серьезно, я нажал и что? Кого? Четвертый, пятый раз уже. Откуда он вылез? Теперь оттуда? Или вот отсюда снизу? Нет, он здесь. Что, он сейчас идет? Где-то здесь тусит. Вот тут. Ну зашибись вообще. И чё вот это?
типа не заметил? Да ладно, серьезно? Ну это странно. Вон туда налево иди. И пусть дверь закроется. Ушел. Чудесно, да? Угу. Ладно. Идем. Стыковать Торренс. Опять он вылез. Хорошо. Он прям вот конкретно долбашит в этом месте жестко. И выйти не дает. Чтоб там понимать, куда идти, вообще было бы отлично. Вылез, товарищ, да, товарищ вылез. Ну-ка. Все, залезь. И посидим вот здесь, под столом. Ну-ка. Показывает вправо, лестница в центр связи. Ага. Ясно. Вот здесь он, вот он. Говнюк. Он же не ушел, правильно? Нет, конечно. Здесь, вон он ходит. Ну? Ушел он? Нет, он справа. Вон он. Здесь. Он здесь. Жить он теперь здесь будет. Ты бы взять бы гранатомет и жахнуть по нему из гранатомета. Здесь вот он, вот, тусит. Он ходит, хотя прибор его не показывает. Ну и где он? Слушайте, ну это ужас какой-то.
Исчезни, а! Здесь вот он. Подходит гаденыша. Слушай, свали, а! Сделай одолжение, свали. И не беси. Он что, не даст мне отсюда выйти? Я не пойму. Нет, он реально запарил. Он очень долго здесь тусит. Свинти, а? Ну и... Где я уйду? Короче, я не смотрю назад. Так. Local Departure Bay. Офигеть. Теперь чё? Лифт. Получается, да. Ой, как он достал, а. Как он достал. Ходит и ходит, ходит и ходит. Пристыковать Торренс. Ладно. А тут... Это что за хрень? Тебе показалось. Но здесь, я думаю, Рашид появится. Чё? Мне уже кажется. Кажется, кажется. А его нельзя стелсом вырубить. Так, дорогие друзья, давайте мы сохранимся. Да он не дает сохраниться. Его надо пришибить. Просто-напросто и все. Я слышал своими ушами.
Что ты слышал своими ушами? Ты ничего слышать не мог. Ну-ка. Ну сейчас стрёмно сохраняться, серьезно. Потому что он увидит, и что, и будет шум. Уходи по-хорошему. Видит. Ухожу. Ты дорожку нарываешься? Да. Стрельни, пожалуйста. Будь добр. Я не могу его втихаря убить. Просто я не хочу заново все это перепроходить. А стрелять по нему опасно. Прекрасно. Прекрасно. Я доволен. Еще в центр связи уедем. Ты посмотри, а. Здесь хоть тихо. До свидули. Угу. Сейчас вернемся. Поехали. Верхний транзит технобашни. Интересно, он уже там? Создавайте предметы, чтобы выжить, и делать это в тихом месте. Хорошо. В тихом месте, да. Я надеюсь, товарищ не оживет. Хорошо. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать с энергией. Серию-то заканчивать надо, как я и сказал. Угу. Наш постоянный партнер прибыл. Успели сохраниться, это самое главное. Не ушел еще? А что это мы так? Где? Ага. Слева, да? Да. Так, это так и будет тусить, судя по всему, теперь здесь. Или он просто не... Ну, уже не один. С другой стороны. Так, иди-ка ты лесом, а. Ну вот серьезно. Что, сюда припрется? Тут нет никого. Ну.
Вот она я. Я все равно успел его, по-моему. Нет, не успел. Ладно, дорогие друзья, он достал уже, серьезно. Давайте посмотрим все-таки. На сохранение же прошло, да? Да, нормально. На этом можно будет серию закончить. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.